Эй, здесь боец картеля. Возле здания. Летит птичка единства. Берегись. Если это не здесь, то я уж не знаю. Мы так шумим просто, чтобы спугнуть випов и выманить корситу? Да, медаль ты за это не получишь. Только в гражданских не стреляй. Они на чеку. Здесь боевики. Перестрелка — отличный способ всех распугать. Точно. Удерживай позицию. Устрой гостям хорошее шоу. Приготовиться. Огонь. Вступаю в бой. Принято. Дерьмо. Осколочное. Получай. Найди укрытие, твою мать! Все готовы? Огонь! Принято. Отелю корситы нанесем? Погоди-ка. Стреляли от здания! Отелю корситы нанесен хороший ущерб. Остальные гости сразу разъедутся. Да, стрельба обычно дает именно такой эффект.
Пусть все узнают, что курорт Корситы совсем не такой рай с гарантиями, за какой его выдают. Ударьте по казино. Поставьте там всех на уши, чтобы клиенты смотались из Боливии ближайшим рейсом. Здесь больше врагов нет. Держитесь, я поведу. Открываю огонь по этим гадам. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Ясно. Открываю огонь. Похоже, мы их рассердили. Их лейтенант убегает. Ясно. Черт, атакую. Прямо в цель. Открыть огонь! Мы вызвали подкрепление повстанцев. Стреляю. Казино перед нами. Помните, только снос и разрушение. Трупы нам не нужны. Давайте лишим этого мудака крыши. Стоп. Так, займемся Есть. Заданием. Давайте лишим этого мудака крыши. Теперь все чисто. Ола. На радаре целей нет. Привет.
готовы? Огонь, огонь, огонь! Принято. Вертушка снизится. Тихо. Опустим оружие. Тут и так. Опустите оружие. Хорошо, что эти люди нам помогают. Почетные гости разбежались, здание разрушено, а Паша подрывник в восторге. Это точно привлечет. Чет, внимание, корситы. Ну что, сыграем в кости или стол не уцелел? Намат, центр перехватил телефонный звонок. Вы наделали столько шума, что корситы вернулся в Агуаверн. Он собирается ежедневно устраивать вечеринки. Хочет убедить людей, что все в порядке. Где именно? У себя. Нужно испортить праздник. Выудите у него список гостей. У меня возникла та же мысль. Конец связи. Корситы идет ва-банк, устраивая крутую вечеринку в попытке вернуть самых ценных клиентов ввиду шороха, наведенного в Агуаверде. Обломайте тусу и возьмите Корситу. Как крупный игрок он кончился. Давайте, я догоню. Одного у Корсита не отнять. Он не умеет вовремя выйти из игры. Ты о чем? Мы перевернули этот курорт вверх дном. Осталось разве что спалить сюда тла и посыпать землю солью. Любой другой на его месте понял бы намек, а Корсита решил устроить вечеринку. Он идет ва-банк. Если он не убедит гостей ВИПов в своей надежности, они навсегда покинут Агуаверде. А тогда он понесет убытки. И здоровье пострадает. Если ничего не наладится, отвечать ему перед мечтателем. Похоже, тут вечеринка Корситы. Черт, и как же нам найти Корситу в этом бардаке? Внимание к себе не привлекаем. Находим Корситу, а потом начинаем действовать. Ясно? Ясно, босс. Дрон в воздухе. Вижу оружейную установку. У нас здесь турель. Вижу вторую цель. А вот и третий. Вижу нашего Корситу. Не убивайте Корситу. Он нужен нам живым, чтобы мог говорить. Здесь цель номер 5. Thank you.
Тут у меня боевик с ПП. Снаружи асьенды. В зоне гражданские. Целься внимательно. Они знают, где мы. Осторожно, тут боевик с ПП. Я не вижу. Рядом с вертолетом. Руки, 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 не с места! Да расслабься, я ничего не делал! Все, достали! Я хочу адвоката! Кого? Мы не шутим, придурок! Твой адвокат может разве что проверить завещание. Эй, погоди! Давай обсудим. Сколько денег вам надо? 500 тысяч? Я дам! Мне это расплюнуть! Ты знаешь, кто мой отец? Мне насрать на деньги, Корсита! Я работаю на правительство США, только на подтирку моей жопы идут миллиарды! Казенная кормушка, мудила! Чего тебе от меня надо? Мне нужен список. Список всех, кто посещал ваше заведение. Я не знаю. Да лукура, ну ладно. Я вам ничего не говорил, но... Все данные по гостям есть на сервере, идет! Давайте вернемся к делу. Руки, 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 не с места! Есть такой... Боуман, в Агуа-Верде порядок. Эти гости больше никогда сюда не приедут. Кроме того, Корсита сказал, где список. Идем к серверу. Хорошо, за дело. Конец связи. Вижу одного наркодилера. Столовый. Вперед, я за вами. Если список випов попадет в открытый доступ, начнется ад. Картель лишится поддержки влиятельных людей. Что будет с Корситой, когда мечтатель об этом узнает? Ему стоит подыскать местечко, где Санта-Бланка. До него не... Погоди-ка. Так, займемся заданием. Что будет с Корситой, когда мечтатель об этом узнает? Ему стоит подыскать местечко, где Санта-Бланка. До него не доберется. Погоди. Не спать, за дело. Что будет с Корситой, когда мечтатель об этом узнает? Ему стоит подыскать местечко, где Санта-Бланка, до него не доберет. Погоди. Мы на прицеле у снайпера. Попросили поддержки граната, повстанцев. Граната!
Все готовы? Огонь! Ясно. Давайте займемся делом. Что будет с Корситой, когда... Стоп. Укруты покрышек! Вернемся к делу. Что будет с Корситой, когда мечтатель об этом узнает? Ему стоит подыскать местечко, где Санта-Бланка до него не доберется. На Марсе или на дне Марианской впадины. У Корситы все будет путем. Такие, как он, всегда выживает. Он исчезнет, а через пару лет станет управлять каким-нибудь отелем на... Погоди-ка. Вернемся к делу. Что будет с Корситой, когда мечтатель об этом узнает? Ему стоит подыскать местечко, где Санта-Бланка до него не доберется. На Марсе или на дне Марианской впадины. У Корситы все будет путем. Такие, как он, всегда выживает. Он исчезнет, а через пару лет станет управлять каким-нибудь отелем на Ривьере. Бог помогает дуракам и пьяницам. И мерзким говнюкам по имени Корсита. Целей поблизости нет. Мы запросили повстанцев отвлекающий огонь. Я знаю, Нико. Есть огонь. Вот сервер со списком гостей. Ага, вот оно. Берем список имен и уходим. Начинается загрузка. Не отвлекаться. Держите периметр, пока идет загрузка. Вертолет на подходе. Черт, снайпер взял нас на мушку. Огонь по готовности!
похоже, им не по себе. Осколочная. Все круто, все круто. Можно начинать. В окрестностях есть враги. Мы в порядке. Все целы? Готовы? Открыть огонь. Вас понял. Приляг, отдохни. Загрузка закончена, выходим. Мне вообще не хочется знать, кто в этом списке. Весь бильдербергский клуб. Что? Он самый. Боуман, в Агва-Верде все чисто. У них уйдут годы на восстановление отношений. Бизнесу Корситу в Агва-Верде конец. Кое-кого из списка почетных гостей ждут очень неприятные встречи. Правительственная пресса задается вопросом, какого хера... Они делали в Боливии. Мы молодцы. Не давайте им спуску.